Всем привет. Слышно, видно? Ну, не видно, по-моему, но слышно. Жалко, конечно. Все еще никак не могу разобраться. Но не технарь я ни разу. Добрый. Я даже сейчас не знаю, как это включить. Видео. Не видно, но слышно, да? Ага. Ну, хотя бы так. Потом заставочку поставим какую-нибудь. Ну, или так пусть выйдет. Что ж теперь поделаешь? Как настроение, самочувствие? Доброго. Ага. Слышно, хорошо. Нет, тут уже программа такая, тут хоть кого проси. Более-менее, все хорошо. Угу. Ну, обратите внимание, мы работаем сильными энергиями последние несколько дней и на такие достаточно серьезные ситуации. Поэтому обострение целительского кризиса может быть. ЦК. Так, голова болит. Ну, голову нужно чистить каждый день. Каждый день. Люб, что заболела? Чем? Слышно, отлично. Ну и замечательно. Я рада, что такое произошло. Чуть-чуть задержалась, потому что рассылку заканчивала делать на сегодняшнее посвящение. И вебинар у нас пойдет о лунных днях. Точнее, о вторых лунных сутках. Это рог изобилия. И ангели-хранители вторых лунных суток. Альвасар. Давление, простуда. Угу. Горло и голова разболелось. Добрый. Девчонки, сами вот как думаете, где-то зацепили Люб, ты зацепила. Алин, у тебя обострение пошло. Добрый. Люба, у тебя и ты и зацепила, и обострение. Угу, кашляю. Ну, пусть проходит, дальше работайте. Даже элементарно эти же вебинары включайте, на которых вы были, и те энергии, в которые было посвящение буквально вот несколько дней. Дня три, наверное, максимум. Это получается два вебинара. Угу. На работе, скорее всего, да. С парнем поссорилась. Ну, тоже надо иногда. Не без этого. Все гладко никогда не бывает. Никогда не получается. Как вы, ну, многие знают, что лунные дни, я тоже начала писать. Это мои энергии. Лунные дни определяют поведение, стремление что-то сделать определенное. Но опять же, в какой-то один день при посвящении и работе этими энергиями вы можете каждый день делать то, что нужно именно вам. Ну и лунный день и лунные ангелы – это потому, что спутник Земли, он нам близок,
он очень сильно влияет на нас, на мир, на природу, на человечество, на все, что находится на нашей планете. С 10-го на больничном сильный кашель. Девчонки, тоже смотрите аккуратнее. Что-то где-то зацепите. Мало ли что. Вдруг вот это вот нехорошая зараза. Поэтому дышим. Дышим до тех пор, пока дышать станет легче. Потому что легкие нужно продышать. Как я рассказывала про маму. 40% поражения легких. ПЦР-тест положительный. У всех у нас был. Поэтому смотрите аккуратно. И желательно просто сдать кровь из вены, чтобы видно было, если вы не хотите ПЦР-тест сдавать, чтобы было видно, какая кровь. Если черная, густая, тогда ксарелта. Ксарелта или заменители найдите похожие, которые именно разбивают тромбы. Мне, наверное, тоже и другое голову давит. Настроение не очень. События текущие так себе. Не, Марго, это обострение у тебя идет. Ну и то, что слабость, слабый иммунитет, это не хуже, вот как я зацепила. А сдавала, да? Все равно дыши. Даже простуда, кашель есть, продышишь и быстрее закончится. Потому что легкие должны дышать полностью. Ну вот. Что интересно, мы с Леной планировали второй лунный день в феврале провести. А я не хотела работать, ни в какую. Сами знаете, да, я не выходила, только посвящение несколько провела. И сегодня сижу, просматриваю, перечитываю. Вот эта вот энергия, рок изобилия, она символизирует энергетический переход от ночи к дню, от черной полосы к белой. Примерно то же самое, да, что мы про Овсеня говорили. Переход вперед, в лучшее будущее, в лучшее настоящее. Ну и Велес тоже получается толчок, пинок, движение вперед. Еще будем по обрядам вот эти вот делать. Раскрытие себя и защита, и раскрытие, и по ясновидению. И еще я нашла у себя, у меня же записей много, сами знаете, не все всегда вспоминаю, не все всегда перебираю и выставляю. Просто забываю реально. И вот вчера или сегодня нашла у себя, как же она называется, практика на возврат дара магическое восстановление, в общем, своей магии. Не помню точно. Ну вот, надо будет еще поработать, пересмотреть, там, может быть, что-то добавлю я. Вот так вот интересно. Если в прошлой жизни мы были волхвы, ведуньи, колдуньи, сила у нас, понятно, была очень хорошая. Жрецы, друиды, много таких. Возможно, где-то на другой планете реально магами были. Вот. Из прошлых жизней можно восстановить то, чем мы обладаем. Вот. Интересное такое. Тоже будем делать.
поток изобилия энергии на физике может притянуть прибыль хорошую. Может быть, это даже будут не деньги. Это может быть брак. Это может быть удачная покупка чего-либо. Может кто-то вам помочь, подсказать. Просто по доброте душевной. Защиту можно делать на деньги, на себя, чтобы вас не обманули, особенно при покупке чего-либо. Что еще хорошего можно сказать? Финансы, деньги, отношения. Можно точно так же поработать с этой энергией над ситуациями или над порчами, которые были сделаны на деньги, на разорение, на нищету. Сами знаете, там очень много, сколько делается по деньгам разновидностей порч. Я просто даже отвороты-привороты на отношения столько нет, сколько есть по деньгам перекрытий различных всевозможных. Поэтому эта энергия очень хорошо уберет. Ну, естественно, нельзя ссориться, ругаться, но под энергиями мы этого не делаем. А так вообще мы белые, пушистые, пока нас не трогают. Такая очень интересная. Я вот сижу, улыбаюсь, вы, наверное, и по голосу слышите. То ли предвкушение, потому что... Хоть я эти энергии открываю, мне всегда интересно наблюдать за вами, что происходит, как вы реагируете на энергии, когда идет посвящение, что происходит. И чем больше людей, тем лучше для всех и интересней. Открытие, опять же. Ну, не скажу, что дорог, а конец черной полосы и прыжок на белую полосу, даже, ну, скажем, не прыжок, а в сень, рог изобилия, Велес, Мару можно будет подключить. Потом, кстати, когда вы получите это, напомните только мне, пожалуйста, напишите или в скайп, или мне в личку, или Лене в личку. И откроем вот эти вот энергии. Вебинар открытый сделаем. И все вместе откроем и поработаем. Но вообще будет шикарная вещь. Засыпаю почти в отключке. Люд, засыпай. На посвящение в любом случае я ставлю всех фантомно. Даже не спрашивая, будет, не будет, кто. Без разницы абсолютно. Поработаем, посмотрим. И она у нас в открытом доступе останется. Чтобы сделать человека богатым, счастливым. Финансовое процветание вернуть. Ой, какая прелесть. Мне так это нравится. Ангел-хранитель вторых лунных суток. Альбасар. Ну вот я и смотрела, да, и вот мне вот интересно, я не тогда, не в феврале вот это провела, а почему-то вот они, получилось так, что скомпоновались эти энергии, одно за другое цепляет, и так интересно все вот это вот раскрывается, ну,
сколько я работаю, и вроде уже не удивляюсь, но каждый раз, когда такое происходит, видите, я, вы знаете, я иду по информации, всегда работаю. И восторгаюсь тем, что происходит на самом деле. Так интересно. Альвасар – это вестник побед и удачи. Темный посланник, князь темного небосвода. Почему темного? Иногда люди реагируют на темный. Цвет темный, черный. На самом деле не нужно. Нет, не нужно жить понятиями черное-белое. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Слышали, да, так говорят. Вот это примерно то же самое. И когда я удивилась как-то раз, ну это было давно, в самом начале, Таня, скинула тебе. Или, может быть, не отправила? Сейчас я проверю. Сейчас, секунду. Люд, ничего страшного. Людмила Пискунова. Так, сейчас, секунду. Ну да, конечно, зачем ее отправлять? Я ее написала. И все, и хватит. Хорошего помаленьку. Вот сейчас я отправила, нажала. Я удивилась, когда увидела у себя вместо белоснежных, таких здоровых крыльев, черные. Спрашивала. Спрашивала, что, почему, как это так, как это я черная. Тогда же я себе там нимб над головой начищала, все о возвышенном. Девчули, спите. Спите, спите. Когда вы засыпаете, это не потому, что скучно или интересно, это потому, что работают энергии очень усиленно. А вот, видимо, то, что мы вчера, позавчера достаточно так серьезно поработали, сейчас идет продолжение. Поэтому отдыхайте, и будет идти чистка. Вас выключают, чтобы она прошла мягче, легче и быстрее. Потом записи посмотрите. Оказалось, что черные крылья у меня это на защите. Появляются, когда на меня идет нападение, мне нужна поддержка. Потом они, крылья меняют цвет. Цвет, форму, содержание. Они могут быть абсолютно разные. Как у бабочек, у, я не знаю, у орла, у ангелов, архангелов, у стрекозы, у кузнечика. Абсолютно без разницы. Вообще фантастического вида абсолютно. Могут быть крылья и абсолютно разного цвета менять. Все я рада. Я очень рада, что засыпают и рот не закрывается, потому что идет чистка. И, видимо, дни такие сильные, что устали-устали, а тут поговорили, выговорились, что-то с себя скинули. Благодаря энергиям прошла очень большая работа с нами, слава богам. Так что все чудесно-прелестно. Почему он темный? Потому что он является ангелом зарождения Луны. Растущая Луна. И он может это с помощью этой энергии можно и нужно привлечь удачу в делах и на защиту работать. Растущая Луна, растущая защита. Напоминаю, при работе этими энергиями можно не ждать вторые лунные сутки, а открывать и работать в тот момент, который вам нужен.
под энергией можно потанцевать, подвигаться, позаниматься тем, чем вы хотите, что вам нравится. Пилатес, йога, не знаю, что, чем вы занимаетесь обычно, открываете эту энергию, и или ситуация какая-то нестандартная, да, открыли энергию, ловкость, подвижность, мозг начинает соображать быстрее. Но если вдруг какая-нибудь не очень приятная ситуация, то сможете убежать. Ага, начались. Это очень хорошо, когда со слизистой. Слизистая увлажняется, что-то уходит очень быстро. Просто замечательно. С помощью альвасара можно развить и привить себе вот эти вот положительные черты. Не только когда, чем больше вы с ним будете работать, каждый день, там, через день, достаточно регулярно, когда вы только подумаете об энергии, она уже пришла, и вы друг друга будете очень хорошо знать, и двигаться вам будет легче. Легче подняться, начать что-то новое, приятное для себя, для тех, кому вы хотите помочь. И для себя в том плане, что получать все то, что должно быть вашим по праву. Под этими энергиями альвасар и рог изобилия очень хорошо искать партнеров, спонсоров. Снимать деньги со своего счета. Гарантия того, что ни с этими деньгами, ни с вами ничего не произойдет. А они будут потрачены на то, на что были нацелены. Это, во-первых. Во-вторых, вы потратите меньше денег, чем планировалось изначально. Также под этими энергиями очень хорошо устраиваться на работу или принимать работников, если у вас такое более-менее широкое предприятие, что вы работаете на себя, ну или на фирму. И заведуете этим. Почему? Что вы устроитесь на работу, что примете кого-то в коллектив. Есть шанс, что это произойдет, вливание в коллектив гармонично. Очень гармонично, легко и приятно. А если тем более начальником вы куда-то устроитесь, то есть будете командовать определенным количеством людей, то вас будут внимательно слушать и слушаться. Да, Танюш, это еще одна энергия, в которую, если вы захотите, будете проводить посвящение. А если нет, то эти энергии останутся в записи на этом вебинаре. И еще будет вебинар, как я вам говорила, да, только напомните. Вот эти две энергии, еще несколько энергий, о которых я чуть выше, с вами, когда вы получите
того, будут посвящения, мы откроем все вместе и поработаем. Представьте, какой, какая шикарная сессия получится. Просто при... Ну, кто там занимается бизнесом, у кого ший доход, ссылку не прикрепит. Сейчас скажу я. Олег прикрепит. Так, Пилия 22, а Альвасар 23. В 20 или в 21 час. И личный доход, ну, грубо говоря. Но опять же, это надо позволить небольшой акт благотворительности для кого-нибудь. Кому-то что-то сделать, подарить нужное. То есть дать пинок, толчок в будущее. Дать не хлеб, а лопату, чтобы этот хлеб заработать. Но опять же, да что ты будешь делать? Нет, не зависла. Это нормально все. У кого еще зависло? У меня нет ограничений. А, ну все, да, слышно. Все замечательно. Замечательно. У нескольких людей пропало, потому что у меня, когда такое происходит, там сбой трансляции, идет соединение, что-то вот такое. Сейчас ничего нету. А то я уже думала материться, нытять. Так, благотворительность очень хорошо. И опять же, очень хорошо. Отвисло уже все хорошо. Угу. О, Ксюня тут висела все-таки, да? Ну, ладно. Очень хорошо проводить тайные обряды какие-то, посвящения, мистика, эзотерика, знания. То есть, собственно говоря, по сути, все то, чем мы с вами занимаемся. Поставить какое-то видео. Юр, потому что я тебе сообщение послала, я голосовое твое, именно твое, я не могу прослушать, оно мне не включается. У всех остальных включается, я поэтому так и не поняла, что тебе надо. На сегодня, на завтра. Вот. Поставить видео, поработать с собой. Так что результат будет гораздо лучший. Медитации различные. Сделать для себя оберег, провести обряд, сделать амулет или куклу, или нарисовать что-то. И вложить какие-либо энергии, и они будут очень сильными и будут долго работать. Вот так вот. Как-то вот так вот. Так что тоже достаточно сильные энергии. Хорошие. Ну, кто-то, может быть, подумает, что много. Хочется все и сразу, но много. Мне проще то, что я сама этим владею. И что еще можно сказать по этим энергиям вторых лунных суток?
это пинок для своего движения вперед. Принятие даров и подарков. Прибыль. Развитие. Расширение и движение. Ну и по мостику на белую полосу. Потому что реально достало уже все проблемы. Не-не-не, мягкий, да. Абсолютно мягкий. Как самочувствие? Не очень, конечно, приятно. Я сама не люблю без видео. То вы мою мимику видите. По лицу понятно, что я думаю, что я делаю. А тут не очень. Мне самой нравится. Все хорошо. Ну и замечательно. Я так поняла, что Юра на сегодня деньги переслал. Значит, я ему сейчас ссылку скину. И жду вас на посвящении. Все хорошо. Ну, я рада за вас. На здоровье всем. Всех люблю. Благодарю. Всем пока. Так, Алин, не очень руки начала подкручивать, сердце ноет, трепещет, непонятное. Я же говорю, обострение ЦК, жарко, на здоровье. Поэтому четвертую чакру лепестками и чисти. Ломит руки, вот смотрите, да, девчонки? Как интересно, горит шея, позвоночник. Скидывайте все вот это с себя. И пылесос энергетический подключайте. А на здоровье хорошие энергии работают. Те, о которых я рассказывала, потому что я просто так не разговариваю, я так не умею, мне скучно. А так мы с вами развлекаемся. И рассказ слушаем, и работаем с собой одновременно. Так что неважно, кто открыл энергии, можно и нужно работать под них. А на здоровье. А сколько будет работать? Кто? Сегодняшние энергии. Почему они стали меньше работать? 2-3 часа. Где-то нет, 3 часа. На здоровье, на здоровье. Все замечательно, я рада. Все. Кому-то до встречи через 20 минут. А кому-то у нас завтра что? Что у нас завтра? Ой, у нас завтра обрядов нету. Вебинаров нету. Так что на следующей неделе. Уже. Доброй ночки. На здоровье, девчонки и мальчишки. Всех люблю. Всем пока.